Доброе утро, друзья! В эфире студия Maincast, EPL Conference, 17 сезон, Рустер против Hello Kitten. Интересное название у команд, надеюсь, вы здесь, потому что вам это действительно интересно. И у нас пистолетка на карте Мираж. Чиф, хедшот по Челиосу, серия разменов, 3 в 2 ситуация в пользу коллектива Рустер. Я так понимаю, бомба вроде как должна была бы установиться, но она выпала на псах. А это значит, что никаких шансов у Hello Kitten на победу в этом раунде попросту нет. 1-0 и дискотека. А в чем дело? А, все, да, просто... Небольшое лирическое отступление. Ну, сразу видим, покупаются эмки, покупаются фамасы, даже юмпик есть у Челиоса. Но Hello Kitten играют этот раунд с клоками. Никакого форса. Флешечка от Неттика. Ой, рискует. Двоих убил. Эмка, самое главное, что не выпала из окна. Но в окно запрыгнул Моушен. И М-ку забрал. Один против четверых. Это ему абсолютно никак не помогает. 2-0. Быстрый экономический раунд. Что на самом деле является бонусом для нас с вами, как для зрителей. Появляется АВП у Челиоса. И фулбай у Hello Kitten. У нас справа в верхнем углу появляются карты. Мираж, Нюк, Инферно. Матчи сегодняшнего Best of 3. Нюк выбирали Рустер. Это сейчас выбор команды Hello Kitten. Поэтому давайте... Давайте посмотрим, что тут да как. TJP был подсажен в Ladder Room. Ну, кстати говоря, сейчас Hello Kitten никуда не спешат. Играют дефолт через мидл. Абсолютно... Стандартная тактика. Тут уже интересно. Интересно будет то, как они собираются разыгрываться в момент выхода на плент непосредственно. Потому что именно в этой стадии раунда допускается большинство ошибок. А Челиус... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, я вам хочу сказать, неожиданный поджим, неожиданный угол. И Фелкон должен в этой ситуации попросту... отъезжать. Челиос, отличная работа. TJP убивает Моушена, падает Чиф. Рофлко и Валхала остаются 2 в 5. Валхала, кстати, может убить Неттика здесь. Минус есть, но 10 хп против четверых. Этого, очевидно, недостаточно для того, чтобы побеждать в этом раунде. Есть две флешки, конечно, но бомба... Посмотрите, где бомба. Они выходили на плент, при том, что бомба лежит на старте. 3-0. Такие пироги. Бомбы не было, соответственно, денег тоже нет. Как-то так. Как-то так. Первый раунд верхней сетки, если что. По коэффициентам тут от букмекеров было... Примерно 12 на Hello Kitten в среднем. И единичка на Рустер. Ну, лично я тоже впервые в жизни вижу этот клантек. Единственное, что встречался мне раньше не Крофлко. Не помню точно, где он играл. В каких-нибудь Looking for Org, наверное. Сейчас я вам об этом расскажу. А, он играл... Сейчас, секунду. В Vertex. Играл даже в команде Арена из Гонконга. Боже. Ну, в основном он играл за Vertex. Да. Да. Прямо сейчас за Vertex играют Мальта, Savage, Edict. Об остальных вы вряд ли слышали. Ну, у нас 4-0 тем временем на Мираже. Абсолютно все обычно.
сейчас будет buy round. И вот теперь интересно посмотреть, что же Hello Kitten готовы показать на собственном выборе. А, так, тут one way или не one way? Нейтик, по-моему, сам не может понять, что тут за смог. Но на всякий случай ему пробрасывают хаешку на минус 5 хп. Нейтик отвечает хаешкой в никуда. TJP, уф, какой хедшот. Это было очень сильно. Нейтик потерял достаточно много хп. Рофлко вышел из ямы. И опять-таки, вот что интересно, Рофлко уже стреляется с КТ. Его тиммейт уже собирается выходить из палосов. Бомба только сейчас была подобрана чифом на старте медла. Не хватает какой-то синергии и коммуникации Hello Kitten. Хотя, возможно, это просто микс, и они играют так, как бы они играли. Фейсет какой-нибудь условный. Или что-то вроде того. Так, оп. А вот вам и авик под флешечку. Асап получает под себя молик. И получается, соответственно, в голову 3 в 3 ситуация. Нетик падает от Вальхалы, который выходил из коннектора. И это должен быть раунд для Hello Kitten, если челюсть здесь с АВП не покажет что-то сумасшедшее. Первый килл есть. Тиммейт идет со спины. И это сейчас очень сильно отвлекло Рофлко. TJP сейчас просто не ждут. TJP проверяет. С горем пополам убивает Рофлко. Падает Вальхалла. Это все равно будет раунд для команды Рустер. Это было нелегко, но Челиос, TJP, максимальный респект за то, что они справились с такой нагрузкой, с такой ответственной задачей. Смогли выбить этот плент. Экономика должна быть, по идее, сейчас у Hello Kitten. Да, как я вижу, по 4000 там найдется. Значит, бай с АК-47 мы увидим. Посмотрим, к чему это все приведет. Опять мидл. Посмотрите на радар. Абсолютно дефолтная игра от австралийской команды со стороны атаки. Ничем не примечательно на стартовой фазе. И Рустер к этому абсолютно готовы. Только что раздобыли для себя энтри-фраг на мидле. Туда также планируют сейчас, наверное, выходить Вальхалла Emotion и Netic. Ой-ой-ой. А Netic рискует на самом деле? Ну, хотя TJP ему помогает в этой ситуации. Как только будет первый контакт, а вот он и случился. Netic должен был убивать, но Motion. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было очень сильно. Челиос открывается и... Ну, сейчас может получить Изандера. Нет, Изандера ушел чиф. Это значит, что Челиос сейчас по факту один на один против Моушена на мидле. Против Моушена, который о нем даже не догадывается. Челиос! Красивый флик. Но это будет выход на точку Б. Первая проверка для опорника этой точки. Потому что Hello Kitten за 5 раундов сюда еще ни разу не сходили. Челиос, проблемки. Нужно прятаться. У Асапа здесь тоже не все сладко. Но душат Hello Kitten на самом деле. Асап делает свой килл, но у него остается 12 хп. Бомба здесь абсолютно сама пока что. Приходит с шарта Рофлко, и его, возможно, не ждут. Но он-то и сам пока никого не видит. Вальхалла можно нашить. Асап, боже, на 12 хп делает этот килл. Вальхалла один против двоих. Асап! Непроходимый Б-опорник на 12 хп. Очень жестко расстрелялся. Красиво, очень красиво сыграно. Видим, что Hello Kitten последние два раунда начали играть более уверенно. И это помогает им в том, чтобы ставить игроков команды Rooster в неудобное положение, в некомфортные условия. Но раунд они по-прежнему все еще так и не выиграли. Асап, неплохая позиция была, но мы, кстати говоря, видим, что Hello Kitten просто рашит Б на среднем тайминге. Хаешка полетела, чиф остается красным, Асап позиция неплохая, можно добить чифа. TJP красный, но самое главное то, что все еще жив Асап. Бомб керри прячется на форесте. О боже,
О боже, ну куда без этого? Рофлко минус TGP 3 в 4. Очень сложно будет выиграть этот раунд. 2 хп у Нетика, Челио с Савиком. По сути, рассчитывать можно только на Эдикей, который, кстати говоря, только что сделал свой первый минус на этой карте. Челиос попал по Фелкону, но... всего лишь прострелом Вальхала. Убивает снайпера. Бомбы все еще нет из-за молика, но сейчас ее установят без всяких проблем. Эдикей. Ждет, пока откроется его соперник. Фелкон убивает Эдикея. Нетик последний, у него 2 хп. Ну какой раунд еще команда атаки может выиграть, если она проигрывает 0-6, если не раунд с теками? 6-1 получается. Hello Kitten, если смогут преобразовать это в серию, то максимальный респект. Мини-камбэк в рамках первой половины был бы для них сейчас очень кстати. На своем же выборе, тем более. Ну а для Рустер это такая себе пощечина. Будьте внимательнее. Деньги, слава богу, еще есть. Ну, для них имеется в виду. И можно еще поиграть. Можно себе было позволить допустить эту ошибку. Но уж лучше для них этого больше не делать. Ну а Hello Kitten, мне кажется, они что-то вроде нашли слабое звено оппонента. Дважды вышли на Б, это первое. А во-вторых, просто ну последние раунды как-то Рустер не так свободно и комфортно себя чувствую, как до этого. Прилетает дым топ-коннектор. Здесь находится чиф. На всякий случай. Бомба двигается в сторону А-плента, как я вижу. При том, что уже есть один игрок, это Рофлко в паласах. Есть игрок в коннекторе, остается подождать только двоих из ямы. И ну, чиф не дождался. Соответственно, возможно, сейчас и Рофлко не дождется. Челиос в первом зуме. Это будет очень эффектно, если он сделает этот килл. И он хочет сделать этот килл. Он понимает, что там кто-то есть, но Челиос не попадает. Рофлку дабл килл. Нетик его останавливает, но выход-то будет на Б-плент. Я так понимаю, TGP это понял. Пошел вслед за соперниками прямо в спину. Кстати, возможно, настолько быстро его здесь никто не ожидает. Все, он слышит эту флешку, он понимает, что пошел выход. Вальхала с бомбой. Будет ее устанавливать. TGP сейчас должен выигрывать этот раунд. Да, вот и он. Два минуса, 7-1. Hello Kitten, ну, вроде как действовали неплохо, но... этого все равно не хватило. Так или иначе, авик есть у атаки. В принципе, можно назвать это фулбаем. Наверное. Ну да, почему нет? TGP находит неплохой entry kill на мидле. Играет довольно агрессивно. Несется дальше TGP. Если бы он здесь убивал снайпера, это был бы хайлайт. Но этим уже занялся Челиос. 2 в 4. Вальхалла и Чиф. Неплохой префайр от игрока команды Hello Kitten. Дым в окно. Дым в джангл даже точнее. Так, и чем же займется Вальхала далее? Ну, остается в окне все еще. Асап получает дым на шорт. Очевидно, что выход будет на апленд. Надо бы стянуться ADK. Ну, он вроде как, да, в КТ.
ADK, ASAP делают по одному минусу и все, и раунд на этом заканчивается. 8-1. Тактическая пауза от Hello Kitten. Ну, в этом раунде по 3500 было бы неплохо сделать 2К. С теками, с арморчиками, с гранатками. Можно снова вылететь на Б. В принципе, один раз это уже удалось сделать с теками. JP пошел воевать против Чифа, и Чиф спасается. 7 хп у него, правда, остается. Но что поделать? Зато живой. Мастерский TGP отвернулся от хаешки. Ну да ладно, дым в окно залетает, Falcon выходит из андера, это уже не дефолтный раунд от Hello Kitten. Обратите внимание, три игрока собрались в яме, вот-вот выйдут. Плюс будет играть коннектор. Флешка полетела. Челиос первого пропустил. Второго уже не пропустит. Рофлко отправляется на отдых. Эйдикея тут... Ну, кстати, возможно, не проверят. О, боже! Тут... Я так понимаю, у Вальхалы 4 на 3. Как-то можно было не заметить. Ладно, в любом случае, это 9-1. Выход тут Hello Kitten, откровенно говоря, был такой себе. Один на один, да. Не знаю, залетела флешка от тиммейта, стоит чувак, у него АВП в руках, это довольно большой девайс. Ну, ладно. Hello Kitten. Не получили раунд, зато получили опыт. Очень важный. Так, Челиос пикает с шарта. Мидл, Вальхала. Под флешечку открывается, ну и Челюс его пропустил. С другой стороны залетает Молотов. Что делать? Вопрос. Ну, Челюс, кстати говоря, не туда пикал. Поэтому... Вальхалле удалось сохранить свою жизнь. Так, у Чифа лагает, я так понимаю. Это грустненько. Да, судя по всему, там проблемы у парня. Возможно, даже будет техническая пауза на несколько лет. Выход на А под смоки, под флешки. Эдикей. Так, то ли врываться куда-то собрался, то ли я не знаю. А, да, ворвался в дым, убил двоих. Челиус, Нетик помогают. Вальхала последний на мидле. И Асап его вроде как заметил, но вовремя поставить в голову не смог. Флешка залетает, Нетик ставит хедшот. Все отлично. 10-1. Рустер просто громят.
Так, я вижу легендарный раунд от команды Hello Kitten у нас вот-вот начнется. Теки и Раш Б. Ой-ой-ой, Асап. Ну, если встанет перед смоком, это может быть просто супер эко-кобрский хайлайт. Но ему залетает молик в этот раз. И он делает раз, делает два. Делает барабанная дробь. Три минуса. Как для опорника Б, я считаю, неплохо. Но ситуация 2 в 2, то у нас по итогу получается. Этот раунд выигрывает Hello Kitten. Рофлка. Трипл килл из стэк 9-го. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже если ваш опорник Б делает 3 минуса, вы проигрываете раунд. Это должно быть очень грустно. Но это был раунд с теками от Hello Kitten. Против него не выстоит даже оборона команды FaZe Clan. Как агрессивно, уверенно этот раунд начинает Hello Kitten, как будто они прошлый взяли с девайсами, да? Как будто они прошлый взяли и позапрошлый, позапрошлый взяли. На самом деле это не так, и мы видим, что боже. Ай-яй-яй-яй-яй. Одиннадцать два. Я не знаю, как Hello Kitten будут играть за КТ без теков. Наверное, будет очень сложно. Hello Kitten с самого начала этого раунда пытается выйти на апленд. И ADK, ой. Ой-ой-ой. ADK. Ну, это риск на самом деле настолько агрессивно врываться. Я понимаю, что на момент шестого раунда у ADK было все еще 0 фрагов. Сейчас он играет плюс КД. Но, тем не менее, нужно иметь совесть. Челиос, 2 минуса. Боже, ADK убивает в затылок. Falcon Emotion последние в своей команде. И да. Моушен один против четверых. Бомба лежит. Дым также у него перед лицом. Из ямы выходить будет довольно трудно. Учитывая то, что Netic играет под коврами. В КТ находится снайпер. Двое игроков непосредственно у коннектора. Но так или иначе, время у Моушена еще есть. 100 хп. Калаш. Вот она первая перестрелка. TJP выходит на голову, умирает. Первый фраг для Моушена. Возможно, будет второй, третий, возможно, даже четвертый. Но нет, Челиос поймался в ВП. 12-2. Абсолютно провальная атака от Hello Kitten. Тут на самом деле и сказать нечего. Последний раунд первой половины. У атаки Галил. 4 калаша. Гранаты есть. В принципе, ну, неплохое количество. Не идеально, но в то же время и неплохо по гранатам. А у Рустер и говорить нечего. Фулбай безукоризненно. Игроки атаки сейчас, обратите внимание, пытаются каким-то поздним таймингом или каким-то средним таймингом занять мидл. Мы видим двоих в подвале. Два игрока было на старте, но они все еще не вышли. Ага, я так понимаю, Motion сейчас, да, стеспауна отбрасывает дым в окно. И вот он пошел ретейк центра карты. Ну, Челиос в коннекторе с авиком не должен таких отпускать. Да, словил Вальхаллу на старте. TJP играет на шарте, играет довольно агрессивно. Короче говоря, ничего хорошего, мне кажется, Hello Kitten тут не ждет. Показывает нам сейчас Netic, он в коннекторе. Напротив него дым, за смоком игрок атаки.
И не один, их уже трое. Они собираются просто выйти в коннектор. Ну, идея неплохая. Нетик первую голову поймал, флешку отбросил. Моушен делает важный килл по TJP. Но так или иначе, это 3 в 4. Ситуация не в пользу Hello Kitten. 2 в 4, 1 в 4 остается Motion. И это 13-2. Очень уверенная игра от Rooster. Что и говорить. 13 раундов за КТ — это сильно. Осталось взять всего лишь 3 за сторону атаки. И первая карта будет в их пользу. Ну, а мы пока что отправляемся на небольшую паузу. У нас начинается вторая половина на карте Mirage. Rooster против Hello Kitten. Очень милое название, как для команды. Пистолеточка. Да. Выход на Б. Вылет на Б даже скорее. Чиф поймал Челиоса. Ну, честно говоря, как-то все это не очень уверенно со стороны Rooster. Нетик минус Вальхала. 2 в 4. Асап. Ну, не знаю, на что рассчитывали Rooster с таким выходом, но это 13-3. Да уж, да уж. Возможно, у нас тут даже ничего быстро и не закончится.
Ну, Hello Kitten, что и говорить, выиграли очень для себя важный раунд. Если бы они проиграли пистолетку, они бы просто проиграли карту. С шансом в 99,9%. Так, у них шансов, ну, процента 2 теперь есть на победу на этой карте. Сап неплохо стреляет с дигла. Это правда. Джейпи выходит в спину. Боже, можно было твоих поймать. Фелкон, как же он ставит. Трипл килл от него на мидле. И Дикей последний против троих. Дикей несется в яму. Нашел для себя дигл. Ну, соперников тут достаточно. Как минимум Вальхалла на стейрсе и Фелкон в джангле. Который, кстати говоря, прямо сейчас и поставил голову последнему игроку атаки. 13-4. И наконец-то появляются деньги на фулбай у команды Рустер. 4 АК-47, один Галил. Немного гранат на самом-то деле. Ну, у Hello Kitten в плане гранат все чуть лучше. В плане девайсов я бы даже сказал точно так же, как и у соперников. Так, Falcon перестреливает первого. Падает от Челиоса. Motion помогает со стейрса. Выход на апленд. Нетик. Хороший хедшот по Вальхале. Дабл пик идет со стейрсов. Падает Нетик. Очень круто здесь сыграли Hello Kitten. Асап и TJP последние. Асап в коннекторе вообще. Он пока что ничего и никого не видит. Оп, Рофлко. Как дела? Как дела? 3 хп остается у Рофлко. Но нашить его не получается через деревяшку. И понимает Асап, что возможно в окне сейчас будет игрок защиты. И вот же он, но не залетает у Асапа в голову почему-то, и все. TJP один против троих. На сэндвиче. 23 хп, это, конечно, так себе. Офука ставит в голову. Hello Kitten выигрывают очередной раунд в защите. Бомбы, напомню, не было, а значит, Рустер будут играть еще один экономический. Видим 5 диглов. Армор есть у Челиоса, TJP и Нетика. Уф. Неплохо. Фелкон в окне играет с АК-47. Моушен против ADK. Перестрелка с очевидным фаворитом. Пока что 5 в 1. Нет. Нетик все-таки нашел свой минус. Было бы неплохо еще выбить экономики из соперника, но этого не произойдет. 13-6, так или иначе. Очередные деньги появляются у Рустер. Можно заканчивать. Аешка залетает в яму под Неттика. Моушен прожал бы апартаменты с АВП, смог поймать Челиоса в неожиданной позиции. Ой, боже, какая же хорошая позиция у Чифа. TJP, конечно, убивает Фелкона, но включается Чиф, делает всего лишь один минус. 2 в 3, так или иначе, не в пользу Рустер. 2 в 2, Асап! Вот это расстрелялся. А теперь 2 в 1. Моушен последний, играя через КТ. Этот раунд он может взять. У него есть две флешки, дым, молотов, дефуз киты. Авик. Это, наверное, больше минус.
Но нет никакой информации по оппоненту. Абсолютно. Молик в яму, только что он спалился. Дает дым, Нетик играет на опережение. 14-6. Очень непростой раунд для себя выиграли Рустер. Но, тем не менее, очень важный. У Hello Kitten, даже если бы не было денег, мне кажется, они бы закупались. Все равно. Четыре мидл начинают. Рустер в атаке. ADK играет в коврах. Вальхалла. Легенда. В чате. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пока что два безответных минуса для команды Рустер. Но Рофлко нашел... Нет, он не нашел бомбу. Он нашел просто минус по Челиусу. Информации по бомбе, я так понимаю, Рофлко... Нет, заметил игрока в коннекторе. Боже. А вот теперь информация по бомбе, я так понимаю, у него есть. Но он не смог перестрелять ADK. Нетик минус щиф, моушен. Последний. Ага, заметил. Есть первый минус, под флешку врыв. Профессионалы не сейвят авик на следующий раунд. Ой-ой-ой, ну если бы попадал. Было бы, конечно, очень круто, но... Но имеем 15-6. Заканчиваются деньги у Hello Kitten. 3 дигла у них закупят. СЗшка и скаут. Все с первыми арморами. С какими-то гранатами, но... Этого все равно мало. Моушен. Неплохо. Зигла повесил хедшот по TJP. Преимущество для команды Hello Kitten. Заработал. С другой стороны, Нетик разменивается. Он, конечно, получил в голову минус 96, но свой фраг совершил. Минус ADK, Вальхала работает. 2 в 4 остаются Челиус и Нетик, при том, что у Нетика 4 хп, а у Челиуса авик. Первый минус он дал. На пленте есть еще один игрок. Это Моушен, у него 5 хп, но он уже сделал 2 фрага. Так, свапнулись девайсами. Вальхала, что ж ты творишь? Ой-ой-ой. Дышат в спину сейчас буквально игроки Hello Kitten. Я не думаю, что Моушена проверят. Честно говоря, я не думаю, что Моушена проверят. Один против троих. Челиос получает в голову. 15-7. Hello Kitten выигрывают этот раунд с ЦЗшкой и диглами. Получается, Hello Kitten все еще в игре? Получается, что да. Получается, что так оно и есть. Вальхала. Играет в окне. У Рустер, кстати говоря, с закупом все даже более-менее нормально. Все еще. Один Галил, 4 калаша. Гранат не то чтобы много, но они есть. И это... Конечно же, сыграет свою роль в этом раунде. Челиос, например, уже сыграл против Рофлко. 5 в 4 преимущество для Рустер. 2 в 4 в один момент остаются Вальхала и Чиф. А бомба будет установлена на точке А. А игроки защиты вдвоем оказались в КТ. TJP его тут в кичене не ждут. Он играет люркером. Видит первого, второго не видит. Вальхала. Ну, понимает, наверное, что это ГГ. Это 16-7.
но так или иначе он попробует еще зацепиться за этот раунд. Поехали. Вальхалла. Понимает, что один в пленте. И это Асап, который его и убьет. 16-7, друзья. Первая карта заканчивается именно с таким счетом. Я напомню, что это выбор команды Hello Kitten. Дальше у нас Инферно. Ну а пока небольшой перерыв.